хочу как-нибудь типа вот так. Знаешь, моя душа рваная. Привет, Карина. Привет. Надеюсь, я этажом не ошибся. Нет, я ошибся этажом. Я взял вот такой вот, такая штука, лежанка для собаки. Всем привет, ребята. Сейчас 5 утра. Я только что смонтировал этот влог. Снимаю ее в ванной, потому что Карина сейчас спит. И не хотелось бы ее будить. В общем, что бы хотелось сказать. Теперь на канале будут выходить видосы 2 раза в неделю. Один раз в неделю снимаюсь какое-то интересное видео с какой-либо концепцией. И один раз в неделю будет выходить наш влог. Это будет о том, что мы делаем, чем мы занимаемся. Блин, как мы придумываем свои идеи для новых роликов. Что ж, начинаем смотреть этот влог. Спасибо вам за просмотр. Если вам понравится, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Погнали! Ребята, лайфхак от Андрея. Заведите девушку, и тогда в вашей жизни будет вот так. Когда вы просыпаетесь, только еще открыли глаза, она уже встала, и вы вот так вылезете из постели. Иди на кухню. Иди. Вот так вот вы вылезете только из постели. Вы извините за мой внешний вид. Все спонтанно. И будете идти сюда, и вы увидите вот это здесь. Таблетки. Ну ладно, таблетки. Вы увидите завтрак, какой-никакой. Где колбаса? У меня есть колбаса. Вы увидите компьютер, который готов уже к просматриванию новых влогов, которые вышли за ночь. За утро. Девушка, еда, что нужно еще? Все, лайфхак закончен. У меня кармашек прям для пауэрбэнка, как литой. Удобно, смотри, рюкзак, короче, с зарядкой. Как будто у меня весь рюкзак зарядка. Так уж нет, Андрюш. Так уж. Такого не может быть. В чем мне сегодня ехать? Не знаю, в чем-то очень-очень удобном для тебя. Вот это ты отлетела! Уйду я от тебя. Все тогда, собирай вещи. Всем привет! Сегодня мы снимаем такое необычное видео. Только что, буквально, наверное, 2 часа назад мне пришла в голову идея снять розыгрыш. И, блин, я уже съездил куда вообще, просто сделал все. 2 часа назад мне пришла эта идея, и сейчас мы начнем это снимать. Я взял вот такой вот такая штука, лежанка для собаки. Взял. Вы сейчас поймете вообще, к чему. Кариш, ну можешь так не пищать. Это Карина пищит игрушками для собаки, короче. Это косточка, это поводок. Поводок и ошейник. Еще я взял там вот эти вот мячики, которые пищат. Но прикол в том, что у нас нет собаки. Приехали мы к своим друзьям с Кариной. Привет, Карина. Привет. Надеюсь, я этажом не ошибся. Нет, я ошибся этажом. Нам на один этаж выше. Да. Короче, вот. Сейчас. Снял эту крышку. Сейчас будем, наверное, бухать, тусить. Посмотрим, как все пройдет. К нам приехал наш друг Рамиль. Вы его видели в прошлых видео. Андрей письмо принес. Андрей сказал Карине, что пить много не будет. Карина, посмотрим, что из этого выйдет. Смотри, какая кровать здесь. Гигантская круглая кровать. Бля, здесь можно порнуху снимать. А вот мы все и собрались, собственно. Да! Снимайте и так далее. Чё ты бесишься, а? Сука. Просто побыть вдвоём, знаешь, моя душа рваная. Вся тебе. Лучше ты всегда пьяная, но ближе ко мне. Ты знаешь, моя душа рваная.
если не звонит телефон, значит мы сейчас зовем. Давайте. Да чё ты? Чё ты не нападай? Вот так вот. Вот так вот. За знакомство. Да, всё хорошее. Кому из мамы всё узнает? Самое интересное, что мы все пьем, а хозяин этого помещения не пьет. Давайте новость для тебя. Я хочу нос проколоть. Вот так. Вот так кольцо. Отписывайтесь. Отписывайтесь от пидораса. Пошёл ты нахуй. Брат, я поддерживаю. Вот, единственное нормально. Лайк поставишь мне? Лайк поставлю. Вот. Блядь, серьезно? Да, блядь. Андрей, будешь гулять только с Артуром. Школьник повесился во дворе дома. Телочки мутят лавэ на салоны. Этот замок взломан. Из металла ломан, так что, сука, я из низа. Голос пронизан дымом каннабиза, а не их шоу-биза. Смотри в телевизор, танки как Алиса. В стране чудес виза, мой мир за 11 километров от города. Руслан, это человек, у которого треки играют всегда в конце наших видосов, моих и наших видосов. Сейчас он скажет, когда у него выходит альбом наконец-таки. Руслан, когда альбом? Не скажу. Да ты охуел. Не скажу, я надеюсь в декабре. Короче, со мной фита не будет. Да. Ну ты же относишься к музыке посредственно. Да. Это для тебя не важно. Вот последний трек я нормально записал? Да. Вот, блядь, понятно вам, блядь. Хорошо записал. Более того, я вам расскажу то, что трек «Тату» Андрей записал изначально один. Краски на теле, девка потеет, твои волосы гладкие, глаза так сверкают. То, что мне нужно, это в тебе, это в тебе. То, что мне нужно, краска в тебе, краска в тебе, краска в тебе. Музыкант изначально, он татуировщик, он к музыке имеет отношение непосредственное, но не полное такое, как я, либо другие какие-то музыканты, которые со мной в моем окружении крутятся, да? Не пить, сука, не хочется жить. Дарил ей столько добра, валил мне столько бабла. Ты думал, что ты и она, и спокойно ладил дела. Сколько потерянных дней, конечно, может быть всякое, но только не с ней. Сколько потерянных лет, обида прожигает грудь до боли сильнее. Ничего, потерпи месяцок, я это сам не по рассказам знаю. Всем привет, надеюсь, вы меня видите. Как раз фары вот чувак какой-то включил. Мы приехали в отличный магазин обуви, на Восстание находится. Вот так выглядит их вывеска. Вот она, цокольный этаж. Спускаетесь вон туда. Обувь такая, андеграунд, поэтому и этаж цокольный, видимо. Сейчас посмотрим, что там у ребят есть в наличии. Инстаграмчик, ВКонтакте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот так проходят фотосеты обуви. Уютненько у вас тут, здравствуйте. А давно вы существуете вообще уже? Мы уже давно. Мы просто раньше были только в офисе. Такой у нас был маленький магазинчик. И вот сейчас уже где-то полтора месяца мы уже на вот это новое. Ребятки, давно хотел себе такие кроссы, нашел именно в этом магазине. Вообще круто. Кто не знает, эта кнопочка надувает их, и они более уверенно такие сидят на тебе. Вообще крутые, согласитесь. А еще в этом магазине, если вы хотите, вы можете сделать подарок своей девушке или своему парню, купить вот такой древесный сертификат. Тут даже вот адресок есть, Восстание 42, номер телефона. Есть номиналом 1000, 5000, 3000 и 2000. Короче, на любой карман. И
приоденьте свою кроссовку. Ну вот, в общем, мы закупились. Вот это наш пакет, это и вот эти два. Восстание 42, Sneaker Store, крутой магазин. Я сюда обязательно еще приду со своими друзьями, с нашими коллегами. Вот за мной кроссовочки. Хочу себе домой такую стену. Карина, короче, получила свои кроссовки уже. Надо как-то красиво сфоткаться. Она вся никак не может встать. Ну, я хочу как-нибудь типа вот так. А поместишься ты так да. в кадр? Не, ну у меня крутые вообще, мне очень нравятся, вообще офигенные. Просто я очень хотел такие. Мои круче. Мои круче, пампы, это ж, ну, это идеально. Просто их сейчас не оденешь в такую погоду, потому что тут дырочка и тут большое такое, этот, как бы, если ты пойдешь в такую наступишь один раз снег, то все, тебе как бы жопа. Вот, еще я взял такую футболку. Блин! Ну, она простая, белая, но у нее здесь есть такая нашивка, как бы. Она мне приглянулась, просто я люблю белые футболки. Они мне идут. Вот, Asics. И еще взял Венсы. Крутые. Карина, скажи, что ссылка в описании. Ссылка будет в описании. На магазин. На какой? Карина, какой магазин тебе подарил кроссовки? Скажи, пожалуйста. Сейчас скажу, через проблем. Сейчас загуглишь, да? Нет. Мне сообщение ручного, подожди 5 секунд. Да. Карина гуглит магазин по-любому, подожди. Который магазин. Ей кроссовки подарили, она даже не в курсе, какой магазин. Нет. Давай. Время истекает. Ладно, покажи тоже зрителям. В общем, в Казани восстание 42, цокольный этаж, приходите. Не, кроссовки реально очень крутые. Карине идут.